У нас сегодня с мультиком «Променад» по набережной. Вот на этой набережной я вообще ни разу не был. Представляете, вот здесь никогда не было. Тут все построили, год назад буквально открыли. Смотрите, как красиво. Что здесь делают медведи, непонятно. Где львы? Ну, смотрите, верблюд. Ну, все, лев на месте. Центральная композиция, можно сказать. Бегемотик. И концертный зал фестивальный. Ой, сколько мы там концертов дали, не знаю, что 50, наверное. Суперзал, прям исторический. Давай, щелкнемся. Я доволен. И так всю набережную, все 3 километра. Ну, классно, да, ребят? Мне очень нравится. Всего лишь 5 фотографий, но я вот так шел. Чего сделать? Сняться. Давай. Здравствуйте, ну все детство вас слушал. Ну как же так, можно сфотографироваться? Увидел. Вот еще хороший ресторанчик. Дорогой. Ну, очень вкусно. И вот, посмотрите, от маяка, от этой набережной городской центральной, мы сразу раз, оказываемся под ротондой, автоматически попадаем на морской вокзал. Катерочки, класс. Пойду загляну, проверю, рыжий бот. Лабрадор, единственный в Сочи, прикинь, а это мой пес, мультик. Пока. Готовит к лету, освежает. Все, солнышко ушло. Лодочки остались. Стоит. Не заржавело. Капитан Геннадий. Скоро лето, будем кататься. Это лодка рыжий. И я провожу розыгрыши в рыжем магазине. И кто-то выигрывает прогулки на этой яхте. Для чего она, собственно, и была куплена. Вас развлекать, дорогие поклонники группы «Иванушки». И покупатели магазина «Рыжий». А это любимое кафе Игоря Матвиенко. Кафе «Фрида». Здесь только чай, кофе, прохладительные напитки. А, и десерты есть, да? Да, десерты есть. Десерты есть. То есть шашлык здесь не поешь. За дополнительную плату. И вот такая террасочка. Прям 4 столика. Эпичный видок. Народ ломанул. Самый центр. Светофор горел 2.5 минуты, нормально? Собралась толпа, так уже пошла. Переходу осталось 20 секунд. Оп, все. Хорош.